честь праздника в Анапе пройдет сразу несколько мероприятий. Откроют их на Театральной площади концертной программой «Наш главный символ» в 6 часов вечера. Лучшие творческие коллективы города-курорта исполнят танцевальные и вокальные номера, а также театрализованные представления. Состоится торжественное награждение победителя фестиваля «Анапа. Республика детства». В 19 часов на главной площади города стартует гала-концерт 12-го фестиваля Союза государств России и Беларуси «Творчество юных». А в 8 часов вечера дети и взрослые смогут посетить московское шоу фонтанов и мыльных пузырей в Центре культуры «Родина».